Вертепе родился и в яслях возле людей нашего ради спасения. Так воспевает Святая Церковь, прославляя Рождество Христово. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Рождества Христова и с новолетием. Мы должны особенно провести этот праздник с молитвой. И молитва такая должна, чтобы она именно возносила к Господу, к родившему Христу. Потому что сегодняшний день особенный. Господь пришел нас спасти всех погибающих мир. И Он проповедовал нам, как жить, как спасаться и как вообще вести себя. В Святом Евангелии все сказано, и мы должны, дорогие братья и сестры, исполнять это и молиться всегда, чтобы Господь нас простил и когда нужно призвать к себе Царство Небесное. Очень страшно быть вне Царства Небесного. Желаю вам, дорогие мои, быть с Богом, а Господь всегда придет на помощь вам. И чего будете просить, Он будет выполнять и помогать вам в вашей жизни, всю жизнь. Будем молиться и будем прославлять. И особенно день Рождества Христова прийти к бедным, немощным, лежащим, беспризорным людям и их поздравить с праздником. И какую-то принести гостиницу, чтобы и у них был праздник Рождества Христова. Призываю Божье благословение на вас, а особенно на детей. Детский праздник, потому что Рождество Христово – Бог младенец. Призываю Божье благословение и желаю вам здоровья и Божьей помощи в ваших нелегких трудах. Праздник!